Доброго времени суток! Мы компания ZAP-юрист. Меня зовут Ольга, я являюсь юристом по банкротству и исполнительному производству. И сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы моих клиентов. От какой суммы задолженности можно начинать процедуру банкротства? Процедуру банкротства можно начинать от суммы задолженности внесудебное банкротство от 50 до 500 тысяч рублей, судебное банкротство от 500 тысяч и выше. А как быстро может быть запущен процесс банкротства? Процесс банкротства может быть запущен после предварительной консультации и подготовки полного комплекта документов. А нужно ли мне будет ходить в суд, если я решился на судебное банкротство? Все заботы на себя берет ваш юрист, и вам являться лично никуда не нужно. Мы компания ZAP-юрист. Мы лучшие на рынке юридических услуг. Обращайтесь к нам, и мы вам непременно поможем списать ваши долги. ZAP-юрист. Скорая юридическая помощь.